Коллеги, в предыдущем видео мы с вами обсудили, как мы будем зарабатывать. В этом видео мы разберем конкретный план действий. Что конкретно мы будем делать, чтобы обезопасить себя и свои деньги, и деньги инвестора. Итак, наш порядок действий. Первое. Находим выгодный лот на сайте Target.gov. Второе. Изучаем аукционную документацию. Третье. Определяем стратегию. Это способ для себя, инвестор под ключ или способ много клиентов. Четвертое. Тестируем спрос на объект. Определяем рентабельность. Шестое. Осматриваем объект. Седьмое. Составляем детальный план сделки. Восьмое. Ведем переговоры с инвестором, если работаем с инвестором. Девятое. Обязательно фиксируем отношения с инвестором в документальной форме. Десятое. Готовим документы. Подаем заявку на участие в торгах. Участвуем в самих торгах. Одиннадцатое. После того, как мы выиграли торги, действуем в соответствии с выбранной стратегией и планом. 12. Фиксируем результат. Как тестировать спрос и определить рыночную стоимость? Во-первых, уточняем у экспертов, например, у риэлторов или автомехаников, если вы продаете недвижимость или автомобиль. Второй способ. Выставляем объявления на сайтах, такие как Авито, Юла, Яндекс.Недвижимость, Циан, Автору, Домофон и другие. Фиксируем результат. Что это значит? Подводим финансовый результат. Сколько мы заработали? Все ли получилось так, как мы планировали? Анализируем опыт. Что получилось хорошо? Почему? Что нужно в следующий раз сделать по-другому, чтобы было еще лучше? Работаем с репутацией. Запрашиваем отзыв. Описываем кейсы. И, наконец, корректируем планы на будущее.